Всем привет! Вы на моем канале о вязании. Сегодня у нас будет мастер-класс, подробный мастер-класс по вязанию вот таких замечательных носочков. Значит, мастер-класс в первую очередь хочу сказать, что подходит для любого уровня вязальщицы. То есть, если вы знаете, как держать в руках спицы, что такое пряжа, да, как выглядит лицевая и изнаночная петля, то вы 100% справитесь с этими носочками. Вначале немножечко слов скажу о том, как это связано, и потом приступим непосредственно к вязанию. Значит, я вязала одну пару вот такую яркую, да. Вторые носочки буду вязать немножко из другой пряжи. Значит, носочек связан у нас от мыска, то есть набор петель Джуди. Дальше мы выполним прибавки, вывяжем нашу стопу с таким вот интересным узорчиком. Простой, но очень здорово смотрится. Далее у нас клин подъема, пятка, пагалинок и резиночка. И закроем эластично с помощью крючка для того, чтобы здесь вот ничего не тянуло. Так, я сейчас немножечко по-другому надену на блокатор носок, чтобы показать вам всю красоту узора. Пока что у меня, к сожалению, нет фотографии, и я немножечко не успеваю. Так, вот так выглядит лицевая часть, лицевая сторона носочка. Да, я уже пятку тут не натягивала, потому что неправильно это будет. Вот такая красота. Значит, это будет подробный мастер-класс от самой первой петли и до последней, от набора до закрытия. Что хочу сказать, что вам понадобится? Вам понадобится в первую очередь носочная пряжа, классическая носочная пряжа, в которой 400-420 метров на 100 грамм. Это может быть Alize Superwash, Naku Boho, Regia, да, любая вообще, в принципе, носочная пряжа. По составу предпочтительно 75% шерсти и 25% полиамида и винилона, то есть какой-то синтетической добавки, которая как раз таки наши носочки делает износостойкими. И спицы, в моем случае это спицы будут круговые, я буду вязать в технике Magic Loop, и у меня это спицы номер 2,5, вы можете использовать спицы 2, 2,25 или 2,5, как у меня. То есть в зависимости от того, насколько плотно вы или рыхло вяжете. Я вяжу достаточно, ну я бы сказала, средне, да, больше к плотному вязанию, но скорее больше среднее. Так, ну и в принципе все. Получается, что на мой размер, это 39-40, уходит где-то около 65-70 грамм пряжи, то есть одного 100-граммового мотка вам 100% хватит. Так, вот такая красота у нас получится по итогу. Ну и давайте же приступим к вязанию. Нам понадобится пряжа. Значит, я располагаю пряжу таким же способом, как для набора петель способом длинный хвост. Длина кончика зависит от количества петель, которые я буду набирать таким способом. Значит, мне нужно набрать по 12 петель на каждую спицу. Значит, смотрите, что мы делаем. В правую спицу мы берем, в правую руку мы берем 2 спицы. Ну, я сделаю небольшое расстояние между ними, для того, чтобы мне было удобно зафиксировать сейчас первую петлю. И здесь у меня ниточка. Кончик пошел через большой палец вниз. Значит, я должна подхватить на ту спицу, которая ниже. Вот она у меня с немножко окисленным кончиком. Да, я думаю, что вам это видно. Будет проще следить. Значит, на нижнюю спицу я должна подхватить вот так ниточку свою рабочую. Да, и просто повернуть против часовой стрелки один раз. Таким образом у меня первая петля, она уже набрана. Дальше можно спицы смело соединять, потому что дальше уже мы будем просто поочередно набирать петли. Значит, смотрите, что вам нужно запомнить для этого способа набора. На верхнюю спицу мы будем делать петлю нижней нитью. На нижнюю спицу мы будем делать петлю верхней нитью. И это всегда будет одно и то же движение снизу вверх. Значит, смотрите, что имею в виду. На нижней спице у нас
На нижней спице у нас уже есть петля, мы сейчас будем набирать на верхнюю, соответственно, будем набирать нижние нити, то есть противоположные. Я придерживаю первую петлю, чтобы она у меня никуда не убежала пальцем. И теперь нижнюю нить я должна продеть между двух спиц и забросить за спицу, то есть движением снизу вверх. И вот она, первая петелька уже есть на верхней спице. Теперь чередуем нижняя, верхняя, нижняя, верхняя. Теперь набираем на нижнюю. То же самое, только верхней нитью. Тоже из-под низа наверх. Снова придерживаю и снова набираю вторую петлю уже на верхнюю спицу, соответственно, нижней нитью. Между спицами, сзади, наверх. И у меня уже по 2 петли. И сейчас я буду вот тут придерживать и попробую не комментировать, а просто медленно показать. Значит, сейчас нижняя спица, верхняя нить. Смотрите. Просто раз, два, три, четыре. Хочу вам сказать, что в правом нижнем углу есть такая шестеренка на каждом видео, и вы можете замедлить или ускорить скорость воспроизведения видео, если вам вдруг скорость не подходит. Значит, смотрите, у меня по 4 петли на каждой спице, это если вы вдруг остановились и запутались, да, начинаем всегда с нижней. С нижней спицы верхней нитью. Снизу набросили и назад. Теперь верхняя снизу набросили и назад. То есть как будто бы набрасываем каждый раз от себя. И так можно набирать просто бесконечно. Заканчиваем мы, соответственно, верхние, да, если нам нужно получить одинаковое количество петель. И с изнаночной стороны это вот такое перевитие петель, да, которое потом выглядит как простая лицевая гладь в обе стороны. Итак, я набрала по 12 петель на каждую спицу. Сейчас мы будем вязать наш первый ряд. Значит, вот этот нижний кончик, я его обычно после первого ряда, вот первый ряд провяжу, и потом вывожу на лицевую сторону, чтобы не запутаться, как, где у меня начало ряда. Значит, все осторожно придерживаю, чтобы ничего не разболталось, и нижнюю спицу, когда вот разверну кончиками спиц вправо, нижнюю спицу я выталкиваю. И теперь самое главное не начать вязать не рабочей нитью, а кончиком. То есть проверьте, чтобы у вас на пальчике была рабочая ниточка от клубка, а не вот этот хвостик. И теперь первую спицу мы просто провязываем, как обычно, лицевой гладью все петли. То есть первый ряд мы просто провязываем все 24 петли на двух спицах по кругу, без каких-то изменений, без прибавок, без ничего. И вяжем за правую стеночку все петли, кроме последней. Последнюю петлю я вяжу за заднюю стенку, также лицевой. И вот так выглядит первый ряд. Дальше мы осторожно разворачиваем наше вязание снова кончиками спиц вправо. Спицу вот эту проталкиваем в петли, подтягиваем рабочую нить, она должна пройти сзади за работой, ничего не огибая, не создавая нам дополнительные петли. И снова нижнюю спицу я вытягиваю, у меня немножко фолдит леска от старости. И петли на второй спице также провязываю лицевыми, опять же, за правую стеночку. Снова без каких-либо изменений.
Вначале можно первые ряды считать, да, для того, чтобы убедиться, что ничего лишнего у вас там не добавилось. И на второй спице последнюю петлю я также провязываю за правую стеночку. Эта петелька, она регулируется вот этим хвостиком, то есть вы ее затянули, и все стало хорошо. И вот так выглядит наш первый провязанный ряд носочка. Так, начиная со второго ряда, мы будем выполнять прибавки. Сейчас я уже могу вывести этот кончик на лицо. Значит, изнаночная гладь пока что еще непослушная. Всего один ряд провязан. Скоро она у нас спрячется. Снова мы меняем петли, спицы местами, да. Снова мы нижнюю вытягиваем, и теперь будем вязать первый ряд с прибавками. Это всего у нас второй по ходу работы, и прибавки будут на протяжении всего мыска выполняться одинаковым способом. Значит, смотрите, первую петлю я провязываю лицевой, и сразу после первой петли я буду делать прибавку. Прибавка в начале ряда делается, как и в конце ряда, из петли предыдущего ряда. Но, значит, в начале мы будем делать из второй петли справа. То есть первую провязала, прежде чем провязать вторую петлю, я сделаю прибавку из петли, которая расположена под второй петлей, из вот этой петельки. Я ее набрасываю осторожно на левую спицу и провязываю сначала ту петлю, которую набросила. Отпускаю, а потом саму вторую петлю. И таким образом у меня выполнена прибавка из петли предыдущего ряда вправо. Дальше я провязываю петли, пока у меня на левой спице не останется одна петля. Опять же, можно считать. Итак, осталась на левой спице одна петля. И сейчас мне нужно выполнить прибавку из петли предыдущего ряда влево. Что я должна сделать? Значит, вот эта петля, которую мы сейчас провязали, она как бы не считается. Мы делаем прибавку не из этой петли, потому что из нее сделать невозможно, да, здесь провязано, а на ряд ниже, то есть вот из этой. И подхватить удобнее правой спицы. И на левую спицу набрасываю. Вот так это выглядит. То есть получается как бы раз, два, третью. Снова я ее провязываю и только после этого провязываю последнюю петельку. Итого у нас сейчас на вот этой спице уже 14 петель. Было 12, стало 14. Меняем снова спицы местами. Одну проталкиваем, вторую достаем. Осторожно выводим кончик нити, чтобы он нас опять ничего лишнего не намотал, не так. Не так, а просто вот между спицами вверх. И таким же способом делаем прибавки на второй спице. Я покажу еще раз. Первую петлю провязали и делаем прибавку из петли предыдущего ряда. Вот она, текущая петля, вот предыдущего ряда. Правую стеночку подняла, на левую спицу накинула, провязала. Саму прибавку, потом только вторую петлю. И до конца ряда, пока не останется одна петля на левой спице. Дошли и теперь считаем. 1, 2, 3. Вот это. Вот это. Провязываю и последнюю петельку также провязываю. И теперь все прибавки на мыске будут выполняться точно таким же способом. То есть после первой петли на спице и перед последней петлей на спице. Да, то есть всегда именно в этом месте. И ряды с прибавками мы будем чередовать. Сейчас мы провязали ряд с прибавками, следующий ряд, третий, у нас будет без прибавок, потом четвертый снова с прибавками. И таким образом мы продолжим вязать наш мысок с прибавками, пока у нас
общее количество петель на спицах не будет 60. Если вы знаете, что вам 60 петель много, значит, вы останавливаетесь на количестве в 56 петель. Если вы знаете, что вам 60 петель мало, да, может быть, вы не первый раз вяжете носки, то вы, соответственно, делаете еще один дополнительный ряд с прибавками. Я остановлюсь на количестве 60 петель, то есть по 30 петель на каждой спице, и когда у меня будет провязан весь мысок полностью, я к вам снова подключаюсь. Итак, я отвязала все прибавки, и сейчас у меня на каждой спице по 30 петель, и также я после последней прибавки провязала один ряд по кругу уже без прибавок, да, то есть чтобы у меня просто вязание вышло на прямое полотно. Получился вот такой мысок. Сейчас, конечно, его примерять особо бесполезно, потому что пока это такая, скажем так, неясная форма, да, растянется так, как вы будете натягивать, так оно и растянется. И в следующие 4 ряда я покажу вам, как вяжется узор по передней части носочка. На второй спице, то есть на первой спице мы будем постоянно вязать узор, на второй спице у нас будет лицевая гладь и наша пяточка. Поэтому покажу вам сейчас, как вяжется 4 ряда узора, то есть один раппорт в высоту, и дальше мы продолжим вязание самостоятельно до клина подъема. Итак, на самом деле узор очень простой и быстро запоминается. Первый ряд мы сейчас будем распределять первые петли для узора и, соответственно, первый ряд запоминать. Значит, первая петля у нас будет лицевая, это как бы наша кромка. Далее нам нужно провязать 2 петли вместе лицевой за правую стенку. И после этого мы делаем накид. Придерживаем накид и следующие 2 петли провязываем изнаночными. Дальше мы делаем накид. И следующие 2 петли мы должны провязать вместе лицевой, но уже с наклоном влево. То есть я разворачиваю петли правой стеночкой назад и только после этого провязываю их вместе лицевой. Далее 1 петля изнаночная, 1 петля лицевая, 1 петля изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Соответственно, петли я оставляю правой стеночкой вперед, просто провязываю их вместе лицевой. Далее накид и 2 изнаночные. И сейчас мне нужно выполнить переплетение 2 петель. Правой спицей я подхватываю вторую петлю, первую пропускаю, вторую подхватываю перед работой. Для одного носочка, для второго буду подхватывать за работой. Это вся разница в носках, в правом и левом, да? То есть в одном мы будем подхватывать перед работой, в другом за работой всегда. И теперь меняю петли местами. Первую петельку снимаю в пальчики, обе петли снимаю с левой спицы и возвращаю в обратном порядке. Сначала петлю с пальцев, потом петлю со спицы. И обе петли провязываю лицевыми. Это такое переплетение, да? Далее у нас 2 петли изнаночные. Дальше накид. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Разворачиваю обе петли лицевые правой стеночкой назад и провязываю их вместе лицевой. Далее петля изнаночная, лицевая, изнаночная. И дальше 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. То есть просто за правые стенки вместе лицевой. Накид, 2 изнаночные. Раз, два. Накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Снова разворачиваю стеночки петель правые назад, провязываю вместе лицевой и последняя петля просто лицевая. На второй спице провязываем все петли лицевыми без изменений. Сделаем это самостоятельно. Итак, второй ряд нашего раппорта узора в высоту. Петля первая лицевая, следующая петля также лицевая. Накид мы провязываем лицевой. Далее 2 петли изнаночная. Раз, два. Накид лицевой. 2 вместе были провязаны петля лицевой.
Дальше одна изнаночная. И там, где у нас в центре одна лицевая, мы должны провязать лицевую, но в петлю предыдущего ряда. То есть не как обычно, а на один ряд ниже. То есть вот сюда. Провязываем лицевой и снимаем. Далее петля изнаночная. Здесь будет лицевая, накид лицевой. 2 изнаночные. Раз, два. В центре 2 лицевые, там, где у нас было переплетение. Далее снова 2 изнаночные. Накид лицевой. 1 лицевая, 1 изнаночная. Здесь мы провязываем в петлю предыдущего ряда лицевую, то есть на 1 ряд ниже. Вот таким образом. 1 изнаночная, здесь лицевая, накид лицевой, 2 изнаночные, здесь накид лицевой и последние 2 петли лицевой. То есть во втором ряду рапорта у нас в основном все петли вяжутся по рисунку, накиды мы провязываем всегда лицевыми и только вот эти 2 петли мы провязываем в петлю предыдущего ряда. На второй спице мы провязываем все петли лицевой гладью, сделаем это самостоятельно. Итак, мы пришли к третьему ряду нашего раппорта узора. И в третьем ряду, как на первой спице, так и на второй, мы провязываем все петли по рисунку. То есть, как петлю мы видим, так мы ее и провязываем. Если петля лицевая, значит она лицевая. Если петля изнаночная, значит мы провязываем изнаночной. В том числе и вот эти петли, которые мы вязали в петлю предыдущего ряда, здесь в этом ряду никаких изменений нет. Просто лицевая петля. Провязываем осторожненько, аккуратненько все петельки по рисунку. И на второй спице по-прежнему лицевая гладь без каких-либо изменений, просто все петли лицевыми. И остался последний четвертый ряд раппорта, он такой же, как и второй. То есть все петли по рисунку, кроме вот этих петель, которые мы провязываем в петлю предыдущего ряда. То есть получается, если по счету, то 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 петель по рисунку, 9 петля лицевая в петлю предыдущего ряда, далее снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и потом 13 петля в петлю предыдущего ряда. И, как вы заметили, я после петли этой начала отсчет сначала. Можно их как-то выделить, да, маркировочками какими-нибудь очень деликатными, чтобы не растянуть, не повредить петли, чтобы вы всегда знали, что это те самые петли, которые вяжутся в петлю предыдущего ряда. Но, немного провязав вверх, эти петли, они будут выделяться из толпы, скажем так. Ну и теперь петли второй спицы мы провязываем самостоятельно и в следующем ряду снова подключусь. Итак, мы провязали раппорт узора 4 ряда в высоту. Пока что ничего не понятно. И сейчас дальше мы будем повторять эти 4 ряда по очереди. Да? То есть 4, снова 4. И так пока не довяжем нужную длину до клина подъема. Сейчас 5 ряд по прямой, да. И я вам еще раз покажу первый ряд раппорта на всякий случай. Значит, первая петля лицевая, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ничего не разворачиваю, просто провязываю 2 петли вместе лицевой. Далее накид, 2 изнаночные, 1, 2. То есть мы сейчас повторяем то, что было у нас в первом ряду. Далее накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Петли разворачиваю и провязываю вместе лицевой. Изнаночная, просто лицевая, там, где у нас в петлю предыдущего ряда, в этом ряду
в нечетном рапорте она просто лицевая. Изнаночная, далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Ничего не разворачиваем. Накид. Накид придерживаем. 2 изнаночные. Далее у нас переплетение жгута. На этом носочке на первом я буду подхватывать нить перед работой. Меняю петли местами и провязываю лицевой обе петли. Далее 2 изнаночные. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Петли разворачиваю. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 изнаночные. Накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево. И последняя петля лицевая. Так, это был первый ряд нашего раппорта узора. То есть это мы сейчас начали вязать второй раппорт. На второй спице все так же лицевая гладь без каких-либо изменений. И теперь смотрите, значит, для своего размера ноги у меня где-то 39-40, может быть 39,5. Я провяжу всего в общей сложности после мыска 48 рядов. То есть у меня получается должно быть в центре вот этих переплетений жгута 12 штучек. Да? Вот если на светлом носочке посмотреть, вот он первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11, 12. И после 12 переплетения должно быть еще 3 ряда, чтобы закончить 12 раппорт, извиняюсь. Целиком. И это будет у нас 48 рядов, 12 раппортов узора в высоту. Значит, для каждого размера я внизу в инфобоксе оставлю, сколько рядов вам нужно провязать, но учитывайте то, что я могу судить о количестве рядов только по своей плотности. Поэтому, если вы знаете, что у вас плотность немного отличается от стандартной, или вы уже вязали по моим мастер-классам, и у вас получались носки не по размеру, то вы должны плюс-минус ориентироваться, да, самостоятельно, вам довязать лишних рядов несколько или немного не довязать. Значит, я напомню, что я вяжу всего 48 рядов, 5 из них мы провязали сами вместе, то есть мне осталось еще 43 ряда. Провязываем их по кругу самостоятельно по прямой и встречаемся у клина подъема. Итак, я провязала необходимую длину носочка по прямой, да. У меня это 12 раппортов узора. То есть здесь у меня всего 12 переплетений, и после последнего переплетения провязано до конца 12 раппорт. И сейчас мы приступаем к небольшим, скажем так, изменениям. Значит, по передней части, там где у нас узор расположен, у нас ничего не меняется в дальнейшем. То есть дальше мы будем тут вязать узор, как и вязали, и следить за всеми изменениями. Да? То есть я даже не буду больше об этом говорить. А теперь основные все изменения будут происходить у нас на части, где у нас лицевая гладь, соответственно, стопа. Вот в следующем ряду, значит, сейчас я вот эту первую спицу провязываю по узору. У меня здесь переплетение и накиды, да, значит, провязываю первую спицу и на второй спице показываю, что мы должны сделать. Итак, на второй спице нам нужно вывязать в первую очередь клин подъема. То есть мы будем делать в начале спицы и в конце спицы прибавки для увеличения количества петель для клина подъема. Ряды будем чередовать, то есть сейчас мы провяжем ряд с прибавками, следующий ряд будет просто по кругу без прибавок, снова ряд с прибавками, без прибавок, и так будем чередовать, пока у нас количество прибавок с каждой стороны не будет по 8 петель, то есть вот здесь должны мы сделать 8 прибавок, и с этой стороны также будет 8 прибавок, то есть всего количество петель общее на вот этой спице будет 46, 30 петель у нас сейчас есть уже на спице, да, и плюс 16 прибавок по 8 с каждой стороны. Сейчас я покажу, как эти прибавки выполнять. Выполняются они по тому же принципу, что и на мыске. Значит, смотрите, первую петлю я провязываю. И если на клине подъема я делала прибавку из второй петли, то здесь есть небольшая разница. На клине подъема я делаю
прибавку из первой петли. То есть я должна поднять петлю предыдущего ряда не вот эту, а той петельки, которую я уже провязала. Поэтому раз, два, раз, два, три. Вот эту прибавку, точнее вот эту стеночку петли первой, левую, да, я возвращаю на правую, на левую спицу и провязываю ее лицевой. Далее провязываю все петли лицевыми до конца ряда, пока у меня на левой спице не останется одна петля. Таким образом, прибавки будут анатомически правильно сформированы и не будет никуда тянуть ваше полотно. То есть в зависимости от того, где мы поднимаем петлю, полотно наше поворачивает или вправо, или влево. В данном случае нам нужно именно так провязать. Так, провязала. И последняя петля осталась, вот она. И прежде чем я провяжу последнюю петлю, я должна сделать прибавку из последней петли, из петли предыдущего ряда последней петли справа. Вот петля, которую я провяжу следующую, вот предыдущая. На спицу провязала прибавку и теперь только саму петлю. И все. И прибавочка у нас таким образом провязана, что клин подъема будет подниматься анатомически правильно, да? Это весь принцип. Сейчас следующий ряд я провязываю по кругу без изменений. Дальше снова провяжу прибавку точно таким же образом, то есть после первой и перед последней петлей, и провязываю в общей сложности всего 16 рядов, чередуя ряды с прибавками и ряды без прибавок. И как только вывяжу весь клин подъема, снова к вам возвращаюсь, будем вместе вязать пяточку. Итак, я провязала все прибавки для клина подъема. Значит, на первой спице у меня по-прежнему все те же 30 петель, здесь по-прежнему ничего не меняется до самого конца нашего носочка, то есть тут мы вяжем узор. На второй спице у меня в данный момент 46 петель, 30 петель основных и 16 петель прибавок, как я, в принципе, рассказывала ранее. Сейчас я снова должна провязать первые петли, петли первой спицы, для того, чтобы перейти к вязанию на второй спице пяточки, и я это сделаю и вернусь. Итак, далее на время вязания непосредственно самой пятки мы переходим к поворотному вязанию. До этого мы вязали ряды по кругу, сейчас мы будем работать только с петлями второй спицы. И это будет, пожалуй, самое сложное вязание носочков, поэтому здесь нужно быть достаточно внимательным. И постарайтесь выделить время для того, чтобы связать пятку до самого конца без, как это сказать, без отвлечения. Да? Так, сначала мы должны провязать 14 петель лицевой глади просто без изменений. Это будет боковая часть нашей пятки. Итак, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Это боковая часть. Соответственно, последние 14 петель с обратной стороны также будут боковой частью пяточки. В центре у нас 18 петель останется, если посчитать, да, 46 петель, по 14 справа и слева, и 18 центральных, это пятка. И эти 18 центральных петель мы также провязываем по рисунку. Вообще неплохо было бы здесь вот повесить маркер для того, чтобы не запутаться, я этого делать не буду, мне очень далеко до за ним идти. Поэтому я провязываю 18 петель просто лицевыми петлями. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот здесь, с левой стороны, должно остаться непровязанными 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Разворачиваем вязание. Теперь уже переходим непосредственно к поворотному вязанию. И будем вязать укороченные ряды самой пятки. Пятка вяжется, вот этот кусочек до пяточки, вяжется на самом деле очень быстро. Итак, первую петлю пятки я просто переснимаю, как изнаны,
нить у меня остается перед работой, то есть ближе ко мне, и я переснимаю петельку на правую спицу без провязывания, и вот таким движением от себя рабочей нитью выворачиваю текущую петлю таким образом, чтобы она у меня стала как будто бы двойная, да, то есть я чуть больше потянула за рабочую нить, и петелька вывернулась, и две стеночки ее самой петли, да, стали как будто бы двойной петлей. То есть так, в принципе, должно получиться, петля должна стать двойная. Далее я осторожно вывожу нить снова на изнаночную сторону, потому что у меня изнаночный ряд. И теперь провязываю 17 петель изнаночной глади, да. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот здесь по-прежнему должно остаться 14 петель непровязанными. Разворачиваю вязание снова, у нас лицевая сторона, и следующий укороченный ряд пятки. Значит, нить остается за работой правой спицы, первую петлю я переснимаю, не провязывая, и снова ниточкой рабочей вывожу нить вперед и перетягиваю петлю, она снова становится двойной, так и должно быть. И теперь я вяжу петли следующие лицевой гладью, их теперь же будет 16, ну или если не считать, то до двойной петли, которую мы до этого выворачивали в изнаночном ряду, вы ее точно узнаете. То есть довязываем до двойной петли. Так, смотрите, я подбираюсь к двойной петельке, она, ну, очень узнаваемая, вот она такая. Необычная. Ее я не трогаю. Снова разворачиваю вязание. Снова у меня с изнаночной стороны нить рабочая остается ближе ко мне. Переснимаю первую петлю на правую спицу без провязывания. И снова делаю петлю двойной движением рабочей нити. И иду в обратном направлении. Петель каждый раз на одну меньше. В каждом укороченном ряду. И снова я должна дойти до двойной петельки и работу свою развернуть. С изнаночной стороны петля, ну, может быть, не так узнаваема, но все равно вы точно поймете. Вот она. С лицевой стороны она, конечно, очевиднее. Вот она, двойная петля, я ее не трогаю, да? Разворачиваю работу и снова первую петлю я снимаю, делаю ее двойной движением рабочей нити. Вот у меня теперь уже здесь две двойные петли и снова иду в обратную сторону. Снова у меня в центре между двойными петлями на одну петлю меньше. Итак, получается, я провязала 4 укороченных ряда. Здесь у меня 2 двойные петли и здесь у меня 2 двойные петли. Я снова разверну свое вязание, снова выверну петельку и так буду вязать, пока у меня с каждой стороны не образуется по 6 двойных петель. В центре должно остаться 6 лицевых, то есть 6 двойных, 6 лицевых и 6 двойных. Довязываем до этого момента и встречаемся. Итак, смотрите, значит, у меня здесь сейчас лицевая сторона. На правой спице 14 петель, которые мы провязали в самом начале нашей пятки, просто лицевые. Далее у меня 1, 2, 3, 4, 5 двойных петель. С этой стороны у меня 14 непровязанных. Далее у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 двойных петель. И в центре 2, 4, 6, 7 лицевых. То есть мне нужно выполнить сейчас в лицевом ряду последнюю двойную петлю. Я перебрасываю, точнее подхватываю, да, переснимаю на правую спицу петлю, не провязывая, и выворачиваю ее с помощью рабочей нити, делаю двойной.
Дальше что мы должны сделать? Дальше мы переходим на вязание задней части пятки, то есть мы условно переходим в вертикаль, да? Мы провязываем 6 петель центральных нашей пяточки, которые остались лицевыми. 5, 6. Теперь каждую из этих двойных петель мы должны провязать как лицевую. И провязывать будем не... То есть, если посмотреть, да, вот на саму петельку, есть как будто бы стеночки, которые спереди, вот эти, да, две, до вот этой перемычечки. Есть те, которые как будто бы сзади. Так вот, мы будем провязывать за задние протяжки. То есть, после вот этого узелка, условно, да. Давайте сделаем это очень аккуратно вместе. Подхватывать буду сзади. То есть вот у меня передние стенки, вот задние стенки, вот узелочек. И сзади провязываю раз лицевую петлю. Очень осторожно спускаю ее со спицы, дабы у меня этот узелочек не убежал. Вот он вот так останется, да? И вторую петлю провязываю уже за переднюю стенку, как будто бы. Снова сзади подхватываю первый раз двойную петлю, да, вот так. Снова очень осторожно снимаю, чтобы ничего никуда не убежало. Вот такой узелочек остается. Эту часть провязываю следующим образом. Снова за заднюю стеночку, за переднюю, за заднюю, за переднюю. Раз, два. И осталось мне провязать последний раз вот эту петельку двойную, но ее я должна провязать вместе со следующей петлей. Это уже вот эти 14 петель. И прежде чем я ее провяжу, я хочу вот эту первую петлю из 14 развернуть правой стенкой назад. И провяжу я их вместе лицевой. Можно в настройках, да, уменьшить скорость видео для того, чтобы вы могли лучше разглядеть какой-то, возможно, не совсем понятный момент. Разворачиваем вязание. Первую изнаночную петлю мы переснимаем. Стараемся, чтобы петля осталась правильного размера, то есть не растянулась. И теперь провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17 петель изнаночной гладью. И приходим к нашим двойным петлям с другой стороны. Мы их также должны провязать очень осторожно, но уже изнаночными. И провязывать мы в данном случае будем за те стеночки, которые расположены ближе к нам. Значит, смотрите, до узелка подхватываю вот эту петельку, как изнаночную, просто за ту стеночку, которая ко мне ближе, раз. И очень осторожно снимаю. Узелок остался за работой. И провязываю два. Следующая двойная. Первую петлю провязала. Осторожно сняла, вторую петлю провязала, раз, сняла очень осторожно, два, раз, два, раз, сняла, вот он узелок ушел назад и провязала два. И осталась последняя двойная петля. Первую петлю двойной провязываю, осторожно снимаю. И теперь должна провязать вторую петлю двойной петли вместе с изнаночной петлей, следующей за ней. То есть из тех 14 петель боковой части пятки. Вместе провязала их изнаночной. Здесь у меня уже осталось 13 петель.
разворачиваю работу и приступаю к вязанию лицевого ряда. И теперь мы будем так вязать укороченными рядами всю высоту нашей пятки, подхватывая каждый раз по одной петле с боковой стенки. Давайте провяжем еще раз вместе. Значит, уже двойных петель у нас нет, мы их все провязали. Первую петлю, которая у нас сейчас на пути, мы просто переснимаем как лицевую, ниточка заработает. Далее провязываем центральные петли пятки. Сейчас их должно быть 28. Значит, первую сняли и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. И вот здесь у нас расстояние, вот здесь у нас боковые петли остались, да, их 13 сейчас. И вот эта последняя петелька. Снова я ее тоже разверну, то есть конкретно и эту петлю, и эту буду разворачивать. Потому что если провяжу просто две вместе, то стенка боковой части пятки ляжет сверху, а мне нужно наоборот. Поэтому я вот таким движением, подхватывая за правую стеночку как бы спереди назад, обе петельки разворачиваю и возвращаю правой стенкой назад, чтобы стояли петли, да. И только после этого провязываю их вместе лицевой. Для того, чтобы у меня конкретно одна и та же петля ложилась сверху. Вы чуть позже это увидите. Все, здесь у нас осталось теперь уже 12 петель. Разворачиваем работу. И снова изнаночную переснимаем нить перед работой, ничего не провязываем. Снова в центре у нас 28 петель, только теперь уже изнаночной глади, поскольку у нас изнаночная сторона. Можете считать, можете не считать, но вы увидите, да, и запомните, как это должно выглядеть, чтобы ничего не считать каждый раз. Потому что, конечно, можно сбиться, ну и хочется иногда простого легкого вязания без подсчетов. Так. Вот смотрите этот момент, мы подбираемся, да? Вот здесь у нас такое хорошее отверстие, оно заметное. Это как раз-таки граница, где у нас начинаются петли боковой части пятки и центральная. И мы должны каждый раз соединить две петли вместе, именно которая вот от этой дырочки условно, да, правая и левая. Вместе в изнаночном ряду провязываем их просто вместе изнаночной, ничего не разворачивая. Это при условии, что я вяжу изнаночные петли бабушкиным способом, да. Так, снова развернулись. Пересняли лицевую петлю как лицевую и пошли в обратную сторону. Снова 28 петель в центре и в конце 2 петли вместе лицевой. И таким образом мы провязываем до самого конца практически. Там у нас в конце останется по одной петле, не провязанной с боковых частей пяток. Я подключусь в этот момент к вам и мы вместе выйдем на круговое вязание. Итак, я провязала все поворотные ряды, уже развернула свою работу. У меня, смотрите, на правой спице осталась всего одна петля, не довязана с боковой части пятки. И здесь то же самое. То есть, когда разворачивалась, у меня оставалась последняя петля. Вот я провязала две последний раз две петли вместе, да, повернула на лицевую сторону, и вот здесь одна петелька, эту петлю я переснимаю и двигаюсь опять по лицевой стороне. И в этом ряду мы выходим на круговое вязание, уже будем вязать петли как на первой спице, так и на второй. Сейчас уже можно ничего не считать, если считали до этого, может быть, так хорошо все поняли и считать не пришлось. И я не рекомендую на этой стадии мерить носочек, потому что
петельки вот эти в уголочке, они, ну, могут деформироваться, потом придется их как-то дополнительно выпрямлять. Так, смотрите, у меня осталось, значит, одна петля, вот эта, которая у нас идет боковой стеночкой, да, и последняя петля с части боковой стенки пятки. Как и прежде, я их разворачиваю правой стеночкой назад и провязываю вместе лицевой. И теперь перехожу на вязание на первой спице, там, где у меня узор. И провязываю все здесь петли. Осторожно, стараюсь вот в этом моменте, да, при переходе от одной спицы ко второй, подтянуть хорошенько петли, потому что здесь все равно потом может немножечко петелька быть расслабленной. И провязываю первые петли первой спицы согласно нашему рисунку, то есть тот ряд, который у меня должен быть. У меня сейчас второй ряд в рапорте, конкретно у меня, у вас, скорее всего, то же самое, да? Хотя все зависит от того, на какой размер вы вяжете и сколько рядов было провязано до клина подъема. Так. Здесь ничего не меняется, как я уже говорила, просто все петли по рисунку, как в рапорте ложится, да, в зависимости от того, какой у вас ряд. Провязали. И снова переходим на вязание на второй спице. Как раз таки вот сейчас мы уже точно выходим на круговое вязание. И здесь у нас осталась последняя петля боковой стенки пятки. Мы просто провязываем вот эту первую петлю и следующую за ней вместе лицевой. Тоже достаточно плотно, чтобы у нас ничего не развернулось, не вывернулось и не растянулось. И дальше выходим на лицевую гладь на петлях второй спицы. Сейчас после провязывания этого ряда у нас должно снова стать первоначальное количество петель, то есть по 30 на каждой спице, 60 в общей сложности. И дальше мы можем продолжить вязание уже самостоятельно, потому что это такое же вязание, как мы вязали по прямой от мыска к клину подъема. Ну, давайте пересчитаем для того, чтобы убедиться. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30. Значит, смотрите, я советую вам провязать, ну, хотя бы еще 3-4 ряда, прежде чем вы примерите носочек на свою ногу. Да? Опять же, для того, чтобы вот эти петли последние две вместе, да, не деформировались. Ну и давайте посмотрим, что у нас получилось. Получилась у нас вот такая аккуратная пяточка. Она очень хорошо сидит на ножке, аккуратно. Ну, все в целом хорошо, да. Так, дальше. Дальше свобода полета вязать нужно. Теперь уже паголинок. Высота паголинка зависит от вас, от ваших конкретно предпочтений. Я, допустим, не люблю и не вяжу высокие носки для себя, но вяжу обычно высокие носки для сына старшего. В данном случае носочки женские, и я провяжу вверх, ну, ориентировочно где-то около, может быть, 25-30 рядов. И в тот момент, когда мне покажется, что высоты моего носка будет достаточно, будет приблизительно такая же высота. Вот последний ряд у меня, да, вот эта часть провязана по кругу без изменений. Вот так. Вот, вот где я держу палец, да, и вверх. И потом останется выйти по задней части на резиночку 2 на 2. Я присоединюсь к вам в этот момент, а по передней части я продолжу вязать узор, чтобы все было лаконично, потому что узор необычный, да, и выйти в резинку 2 на 2, ну, не совсем получается симпатично, поэтому я предпочла его сохранить до самого конца. Значит, провязываю столько, сколько мне хочется, да, то есть не призываю вас какой-то определенной длине, точнее высоте паголинка, вяжите так, как вам удобно. Ну, навскидку здесь где-то 8 сантиметров. И как только я свяжу необходимую высоту, я к вам подключусь, мы распределим петли для резиночки, провяжем резинку и закроем петли нашего носочка эластично, для того, чтобы край был удобным максимально и хорошо носочек наш на ножку одевался.
Итак, я провязала, значит, высоту пагаленка, среднюю такую. У меня получилось после выхода на круговое вязание 32 ряда, да, то есть получается, что 8 раппортов в высоту я еще провязала. Это не обязательно, то есть вы вяжете столько, сколько нужно и комфортно будет вам. У меня получилась такая же высота, как и на первой паре носков. И сейчас получается последний этап. Мы переходим на вязание резиночки по задней части, соответственно, на передней спице я провязываю, как и прежде, обычно по схемке, да, по своей, по раппорту узора. У меня в данном случае это ряд с накидами. Итак, я провязала первую спицу, и на второй спице мы начинаем вязать нашу резиночку. Значит, смотрите, вообще варианта два. Поскольку у нас количество петель 30, оно не кратно 4, да, соответственно, начнется у нас резиночка 2 на 2 с лицевых и закончится лицевыми, или начнется с изнаночных и закончится изнаночными, да, то есть это будет симметрично, поэтому вы вправе выбрать, какой вам способ больше нравится, точнее не способ, как вам лучше начать. Я начну с лицевых петель, потому что проще при переходе с одной спицы на вторую, когда заканчиваем и начинаем мы лицевыми петлями, поэтому я в данном случае просто начинаю вязать поочередно 2 лицевые и 2 изнаночные. И как я уже сказала, поскольку петель у нас 30, то закончим мы также лицевыми. Если я начала с лицевых, то и закончу я 2 лицевыми. И все. Дальше мы провязываем в высоту резинки, да, то есть по первой спице, как и прежде, узор. По второй спице петли по рисунку, ну, как бы тоже по узору, да, по узору резинки 2 на 2. Провязываю я вверх, опять же, необходимую мне высоту резиночки. Я провяжу 12 рядов, то есть равное количество раппортов, это будет 3 раппорта у меня. И потом мы с вами закроем эластично наш носочек, чтобы хорошо все на ножку нализала и пролазила через пяточку. Поэтому вот еще 11 рядов, и я к вам возвращаюсь. Итак, все 12 рядов провязаны, и осталось нам только закрыть нашу резиночку. Я для этого буду использовать крючок. У меня это крючок 2,5 от компании Nitro. Ну и, в общем-то, закрывать будем эластично с накидами. Очень простой способ. Смотрите внимательно. Значит, вообще таким способом можно закрывать и самой спицы, но, как мне кажется, крючком это гораздо удобнее. Мы вводим крючок в первую петлю и просто захватываем работающую нить и провязываем, то есть продеваем через первую петлю, снимаем петлю со спицы. Далее мы на крючок делаем накид и провязываем вторую петлю. Петли будем провязывать по рисунку, то есть как будто бы это у нас не крючок, а спицы в руке. Провязываем как лицевую и протягиваем и через накид, и через первую петлю. Мне удобнее сначала протянуть, а потом только снять петлю со спицы. Снова накид, снова следующая петля у меня лицевая, поэтому провязываю крючком как лицевую. Протягиваю через накид и через рабочую петлю и только потом снимаю. Снова накид, далее петля у нас идет изнаночная, поэтому провязываю ее крючком как изнаночную и снова продеваю через накид и через рабочую петлю. Старайтесь не затягивать эти петли, потому что тогда не будет никакого толку от этого эластичного закрытия. Ну и, в общем-то, это весь принцип, да, закрытия такого. Поэтому все петельки по кругу я провязываю с дополнительным накидом крючком. И в конце снова к вам подключаюсь.
И так я довязала до самой последней петли, дальше я нить обрезала. И теперь мне осталось только соединить, чтобы было незаметно закрытие. Значит, вот эта вот косичка самая первая. Значит, сначала я вытягиваю просто ниточку, сразу же, да, никаких дополнительных манипуляций. Провожу крючок под обе стеночки первой косички, здесь захватываю, и теперь в последнюю петлю ввожу крючок и кончик продеваю. Вот так. Осталось только осторожно подтянуть до размера всех верхних петель, вывести кончик наизнанку, там его зафиксировать, и все. Осталось постирать носочки. Ну, конечно же, нужно теперь связать второй. Значит, второй носок вяжется точно так же, за исключением вот этого центрального жгута. Я говорила о том, что на втором носочке жгутик заплетается в другую сторону, да, то есть петельку вы будете захватывать за работой. А так наш носочек готов. И надеюсь, что у вас все получилось. Вот он такой получается. Мне очень нравится. Итак, мы закончили вязать носки. Я специально положила в кадр две пары, чтобы вы посмотрели, как смотрится после ВТО, да, и как до стирки. Ну и, в общем-то, все готово. Осталось только спрятать кончики по изнаночной стороне и постирать носочки, и можно будет их, конечно же, носить. Вот. Красота. Значит, я надеюсь, что у вас все получилось. Обязательно делитесь в комментариях своими впечатлениями о мастер-классе и о носочках в целом. Ставьте лайки, если вам это видео показалось полезным. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг еще не подписаны. Также я вам сегодня оставлю ссылочку в инфобоксе на целый плейлист с мастер-классами по вязанию различных носочков. Если вам эта тема интересна, вы можете спуститься и посмотреть, какие еще мастер-классы по вязанию носков есть на моем канале. Огромное вам спасибо за ваши просмотры. Увидимся в новых роликах. До новых встреч и всем пока-пока!